Никита, как стемнеет, будем брать. Ночью забрался к олигарху в сейф и заснул там. Утром секретарша приходит, видит, из сейфа торчат ноги. Упала в обморок. Потом пришла жена олигарха. Смотрит, из сейфа торчат ноги мужские и секретаршины. Застеснялась и ушла. Потом пришла теща олигарха, видит, сейф открыт, вокруг трупы. Начала кричать не своим голосом. На голос прибежали дети олигарха. Поняли, что бабушка сошла с ума. Сказали, мы сегодня в школу не пойдем. И убежали купаться на речку. У них во дворе своя речка текла. Теще надоело кричать, она пошла принять что-нибудь от нервов. Приняла 300 граммов водки. Думает, скучно одной. Вызвала милицию. Бомж проснулся, стал собирать в доме бутылки с коньяком и с виски. Олигарх проснулся, дом дрожит. Милиция в двери ломится. Пошел открыть. Входит с милиции на кухню. Там теща, жена, секретарша, бомж, все пьяные в дым. Спрашивают их, звонили насчет ограбления? Звонили. Кто? Конь в пальто. Милиция поняла, что денег не дадут, уехала к себе. Олигарх сел завтракать, чтобы аппетит пришел, выпил 100 грамм. Нет аппетита. Он еще 100 грамм. Аппетит появился, но маленький, тощий, еле-еле душа в теле. Он выпил еще 400 и забыл, что к нему должны приехать японцы и заключить контракт на миллиард. Тут японцы приехали. Один старый, другой молодой. Оба японцы. Прошли на пьяную кухню. Там молодой японец остолбенел. Старый японец сказал, у русских так принято. Если большое дело, то надо сильно выпить, и чтобы были разгульные девицы. Тут теща еще выпила и стала понимать по-японски. Говорит, кто разгульная? Я разгульная. Сам ты сукин сын. Японец начал кланяться, чтобы замять скандал. Олигарх тоже стал кланяться. А хорошо кланяться умеют только японцы. Олигарх с третьего раза лбом ударился об пол. Обернулся, чуть волком не стал. Но не стал, только посерел очень. Жена видит, он серый сидит, вызвала скорую помощь. Помощь приехала, промыла всем желудки. У японца все равно глаза косые. Увезли их в Склифосовского. В Склифосовского японцев нервы не выдержали. Они стали требовать, чтобы им вернули острова. Но наши сказали, вы в Склифосовского, а не в Кащенко. Чуть не дошло до войны. Там, глядишь, другие страны ввязались бы, чего не ввязаться. А все из-за того, что по чужим сейфам любим шарить. Хорошо еще у нас олигархов больше, чем бомжей.